И снова всем здрасте, с вами Пророк, вы с вами смотрим группу А аматорского турнира 9 раунд. И встречаются снова две команды, ну конечно две, у нас не может быть ни больше ни меньше. Но все же, играет команда Super Legit и команда Орешки International. Или просто Орех, как у них написано на старых ладере. В общем, быстро по банам пикам. Команда Super Legit у нас за всю протяжение банов пиков забанила Инвокера, Люкана, Бэтрайдера, Вайпера. И взяла себе на руку Дума, Кентавра, Кристалку и пока еще не знаем кого следующим пиком. Команда Орешки забанили аппарата Эмбера, Лича и Абадона. Ну, а взяла Дазла, Рубика и Тимберсо. Четвертый пик от команды SL — это Веномансер. И что же у нас будет предпоследним пиком у команды Орех? В принципе, саппорты есть, хардлайнер есть, остается Фармила и Мидер. В принципе, что сюда может хорошо подойти? Ну, это, наверное, какой-то все равно Масульт должен быть. Может быть, какая-нибудь Луна. Или могут также пойти на инфес-бомбу, лайфстиллер с каким-нибудь тоже персонажем. Паком или Штормом. Ну что, выбирать командам. Пак. Видно, возможно, это действительно будет лайфстиллер, но кажется, лучше, наверное, было сразу взять лайфстиллера. Ну или это что-нибудь новенькое будет. Ну, не инфес, так другой керри. И у нас последние баны. Это лайфстиллер забанили, недолго думая. Согласен. Выбор очевиден был в данной ситуации. Команда Орешки. Последний бан. Остается, наверное, тоже Миндер для команды. И дополнительное время у нас. А в это дополнительное время можно успеть и кого-нибудь забанить, и кого-нибудь взять. ОД. Решили забанить ОД. Раньше он представлял довольно серьезную угрозу. Ну, сейчас он, конечно, тоже может, но многие начали с ним справляться уже. Но многие это не все. И у нас последние пики. Кому же предоставится участвовать в игре? Какому персонажу дадут свободу в этом матче? Кто будет фармиться более 800 голды в минуту? Очень много дополнительного времени у команды SL. Они грамотно воспользовались этим временем. Недолго думая над своими основными пиками, над заключительными. Это будет, конечно, долго. Можно пока поставить чайку, завариться. Ну ладно, ладно, чайник за минуту не вскипает. И это Templar Assassin. Вот что будет стоять на миду. И буквально меньше 30 секунд остается команда Орешки над обдумыванием. Это Вред Кинг.
Раньше это был Скелетон Кинг, но сейчас он, можно сказать, помолодел, похорошел, только стал зеленым. Ну, в общем, дамы и господа, начинаем с вами смотреть, ну, не заключительную игру, но последняя сегодняшняя на Аматрике. Увидимся мы с вами завтра. Может, не со мной, может, с моими коллегами, но все равно. Давайте знакомиться с командами. Команда Орешки. Ник Рэмп. 1-2-3, Смайлик Шерб. Играет у нас на Рубике. Just Genius у нас играет на Врейд Кинге. Найнтейн. Короче, 999 у нас играет на Паке. Крокодил на Тимбере. И Кемпер играет у нас на Дазле. Ну что ж, команда Super Legend. На Думе у нас играет Винни Винсенто. Экин играет у нас Виномансером. Текс-Мекс Нога. Текс-Мекс Нора. Хора. Не знаю, как правильно. Технически-механическая нога. Играет на Кристал Мэддин. Олич играет у нас на Темплар Ассасин. И Цескоу у нас играет на Кентавре. Ну, познакомились с командой, пожелаем друг другу удачи и смотрим за увлекательной игрой в мире Dota 2. Иллюзия появляется у нас на топе, ее сразу же Веник забирает, и у нас уже три виномантера. Темпларка довольно-таки неплохо стопит крипов. Очень даже неплохо. Ну и пак тому не исключение. Опа, кстати, по-моему, новый сет, который выпадает из этих ящиков, сундуков новых. Ну как новый, это был, по-моему, предыдущий. Сейчас уже более-более, каждый день новее появляется. В общем, что мы с вами видим? На топе у нас расположились Веник и Дум. В лесу у нас формируется кристалка. Ну да, качается через заморозку. Это действительно та самая лесная СМ-очка. А харду отстаивает Кентавр. В легкой у нас от команды Орешки Just Genius играет на Кинге. Главный керри команда Кемпер на Дазле помогает этому Кингу, как и Рубик. Ну а на миду все у нас понятно и спокойно. Ой-ой, половина хп, кстати, нет, уже темпларки, можно ее будет попробовать как-то еще поймать, получает еще пару тысячек, от которых нельзя было сейчас защититься. Ну что, пак пойдет, наверное, дальше, возможно, получится, нету маны. Рискнет или нет? Нет еще сала или подождет, ну, еще чуть-чуть, но баночка была отпита. Остается последний удар ей принять. И вот его больше нету. Маны уже почти тоже нету. Можно будет попробовать еще. Шифта не будет. Не, не шифта, а орбы. Не рискнет. Нет. Не рискнет. Отпивается ботлом. Отдает курьеру. И курьер пойдет дальше апгрейдить. Не апгрейдить. Заполнит эту баночку новой целительной водой. Ну что, стан по кентавру. Можно будет забрать. Замедляет. Очень много по нему попадает подарки. Поднимает. И не он идет у нас отсюда. И снова стан, и Кемпер делает ФБ. Ну вот он, первый ФБ на третьей минуте у нас происходит от команды Орешки. На миду у нас снова то же самое противостояние. Бежит курьер как может, но, к сожалению, с бутылкой он получает скорость вообще очень меньше, чем имеет. Паку, в принципе, довольно-таки легко. Скоро будет ботинок, скоро будет еще что-нибудь интересное. Снова гоняет бедного кентавра. Получает он очень много дамаги от Дазла. Тут вообще одни будут помехи для него. Ну что, попытается ли поймать Тимбера? Виноматер немного, очень сильно. Ну, подбивает, в принципе, но уходит Тимбер. Не дает долго о себе знать. И отходит. Ну что, кентавр. Кентавр. Формится как может. Пытается... чем может. Ну, всего два крипа.
У Дазла есть ботинок, у Кентавра еще нет, он бегает на 55 раз меньше. Темпларка снова обузит Боттл. И что, попытается снова забрать? Нету. Нету больше щита. И нет, 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 нет. Веномансера. Ой, я как много, кстати, получил здесь на магии, что вынужден глотнуть свою целительную фляжечку. В общем, смока покупается командой Рихи. И это будет, наконец-то, ганг. Наверное, на миду. Или, возможно, пойдут в лес забирать ЦМ-ку. ЦМ-ка здесь уже второй левел. Ну, в принципе, по фарму ни скоро не будет уступать. Снова морозят птицу. Ну, ГФ, по фарму ей там сейчас никто пока не мешает. Гангов пока нет со стороны саппортов. Возможно, будут попытаться еще забрать кентавра. Но кентавр здесь держится очень сильно на стороне. Боится, боится, пока без ульты не будет никуда суваться. Ну, а кинг у нас фармится уже достойно. Скоро шестой левел у нас появится. На миду у нас пак тоже скоро шестой. Темпларка, ну, уже подходит к этому статусу. Ну и Тимбер также времени скоро тоже будет иметь все нужные скиллы. А Дум у нас только четвертый. Нет, уже пятый. Ну что, готовится на ганг или нет? Или это просто нет, на отводах. На отводах играет, довольно грамотно делает тройные отводы. Очень-очень-очень хорошо. Даже даблстак здесь получился. Сейчас, ой-ой-ой-ой, получает немного от медведя. Пришлось вылечиться. И будут ловить топларку. Получится им или нет. В принципе, должен Рубик, наверное, первым цеплять. Потом уже все остальные. И, в принципе, кстати, есть в центре. А сентри-то нету. А если она убежит, как вы ее там поймаете? Ну ладно, в принципе, есть небольшие скиллы, по которым могут доставить, догнать. Ну что? Ульта. Идут до конца. Щит сбивается. И что, неужели он поднимает? Очень хорошо, салбы включены. И не убегает. К сожалению, пытался здесь веник прийти на помощь. Пулю дает, но... Ну, к сожалению, не получилось. Не получилось. Оставил веник Дума одного вместе с Тимбером. И теперь они будут развлекаться вдвоем наедине. Кентавр. А где наш кентавр, кстати? Не, на боте то же самое. Продолжает. Рубик сделал остановку игры. И что это такое, ребят? Что-то происходит. Ну, команда Рихи просили вроде бы. Ну, не ладно, не попросили паузу, но... Ну, отжимать-то не надо. Давайте друг друга уважать. У вас есть 10 минут в запасе на паузу, так что это уже потом решайте. Резонно было отжимать или нет. Ну ладно. Внизу у нас появляется руна Регенки, где ее пак спокойно забирает, никто ему не мешает. Кентавр, к сожалению, еще без 6 уровня. Зато кинг уже с мидасом. Получает голдишки. Фармится потихоньку. Ну что, 46 на 31. Чуть-чуть остает, но все-таки Дум очень хорошо по фарме. Если он... Нет, он у нас не идет на мидас. Он своим собственным пользуется. Почти собственным. И команда SL идут на ганг. Попытается поймать Тимбера. Есть заморозка. Есть пуля. Дума еще не... Нет, Дум есть, кстати, будут ловить. Готовы. Дум не прожимается, но, к сожалению, он успевает сделать. Пытается сделать, убежать. Ну что, Дум заходит слишком далеко, хоть и регенка есть. И что, убежит? Темплака? Нет, это пак. Далеко. Будут ли его ловить? Готов. Орба. Попадает ульта. И, наверное, Дум отсюда не уйдет. Попадает. Здесь все, что может принять здесь Дум. И это минус Дум. 3-0. У нас 3-0, дамы и господа. Темплак теперь начинает здесь фармиться одна. Скоро тоже будет блиндагер. Кентавр купил себе транквилы. Быстро у нас не будет этого блиндагера. Ну, ничего страшного. Кстати, Виномансер имеет 5-й левел, но прокачал только пулю
И Poison... Poison Sting только на один раз. Ну, видно, это чуть на потом, но не знаю, для чего это. Ну, ладно, решать игроку, как ему играть, как прокачиваться, что вкачивать, что не вкачивать. Решил так, пускай. Ну, вряд ли он не мог быть вторым левелом сейчас, на данной ситуации. Саппорты от команды Рейхи готовы врываться, готовы искать. Наверное, вот Виномансер, он выходит, сейчас его можно будет хорошо принять. Поднимает. И что, не убежит? Нет ульты, и что? Это минус, это минус. Виномансер забирает его Тимбер. Есть уже у нас пила. Просто в обидном распылили. Ну что, попытается здесь на Пака? СМ-ка готова. Пак просто за тавром стал. Ну нет, 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 нет. Не рискнул Пак, но и правильно сделал. И, возможно, у нас на топе будут еще и забирать Дума. Получится? Нет, нет, нет. Кемпер с Паком. Пак в инвизе. Будут, наверное, ловить Кентавру. Кентавр есть 6-й левел. Если все-таки Пак грамотно использует на нем ульту, то он застанется дважды. И что? Готов. Не ультует. Стан. Ловит. ТП делает веник. И не-не-не-не-не-не-не. Кентавр... Опять такая же ситуация, как и в предыдущей игре. Есть ульта от Кинга, и он спокойно выживает. Тем временем у нас здесь, возможно, поймает здесь Тимбера. Ульта, Дом. Здесь ловит очень много тычечек. Горит бедный Тимбер. Это минус Тимбер. 5-1. В этот раз могли его забрать под Думом. 10-я минута. Давайте с вами быстренько пройдемся по... статистики. А, ну что, небольшая синусоида у нас прошла по золоту, уже почти наравне все команды, но по опыту тоже скачок уже пошел вниз, но на 1000 впереди команда Орехи. Ну что, ТП делает Тимбер. Ну, думаю, сейчас чуть-чуть, наверное, не будет трогать его, не будет использовать эту ману. Рубик, скоро будет 6-й, скоро будет что-нибудь веселенькое ловить. То же самое ульту Кентавра, или, может быть, Дума словит. Ну, не знаю, или, может быть, Кентавр. Точнее, кентавр кристалки. Ошибся я, как всегда. Как же я это умею делать? Пошли в лес. Пошли, наверное, на Дума. Но Вижн есть. Можно сейчас поймать Рубика вместе с Паком. ЦМ готовится. Ждет остальных. Но остальных кентавр... Ой-ой-ой-ой. 39 хп здесь было. И, конечно, если бы он подошел ближе, он бы погиб. Ну что, Дума готова применять. У него еще нет Дума. 20 секунд. Рубик, Пак. Врывается Пак. Залет. Ульта. Пила. ТП-шится сюда у нас кентавра. Но снова не успевает. Мог бы ульту, конечно, чуть попозже использовать. И вовремя Рубик крадет эту же ульту и в обратку это использует. Заморозили здесь Рубика. Возможно, ЦМ-ка здесь... Ой, промахнулись, к сожалению, с поднятием места крипа на ЦМ-ку. Но ЦМ-ка отсюда снова не уходит. И два на два сейчас у нас тут происходит замес. Кентавр, ой-ой-ой, как сильно проседает здесь. Как-то у нас интересно, Тимбер сюда спрятался. Под щитом драться очень тяжело командам. И у нас что, разбежались. Делается ТП. Темплака идет до конца, идет до конца. Есть чем попытаться Пака ловить. Но Пак может сейчас секунду на секунду убежать отсюда. Да. И он отсюда убегает. Здесь, кстати, даблстак у нас тем временем. Однако, здравствуйте. Кентавр не вовремя отдал свою ульту. А Рубик у нас погиб, что ли? Я, к сожалению, не помню, как он уже потерял этот ультимейт. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, потерял так потерял. Да, Рубик у нас от Кентавра умер. Я не заметил этот момент. Команда SL готова защищать Т1 на боте. Или нет? Не готовы, просто решили, возможно, пофармиться, но и тем временем можно и попробовать защитить. Дазл ультует. Теперь можно будет забирать под плюс армором. Ой, и смока слетает с Виномансера. Наверное, уже знает команда то, что... Нет, не знает, готовы. Дум ультует на Кинге. Можно забирать. Буквально несколько штук не остается. Ультует Кент. И что, как вы могли тут Кинга оставить? Но Кинг, наверное, сам умрет. Крест на Дазле. Дазл мог, конечно, и чуть побольше подождать. Ну, минус, кстати, у нас где-то Пак еще погиб. Пак у нас здесь в замесе проиграл. Кому он проиграл? А, Темпларке. Ну и что? 3 в 0. Стоп. У нас еще и Рубик. Да, Рубик у нас тоже погиб. Я опять этого не заметил. Вот все я упускаю. От себя.
Но кентавра надо отходиться. Да, пытались забрать Т1 на боте команды Рихи, но, возможно, это сделает команда SL. ТП, Тимбера, 3 ТП уже делается, готовы. И Дум все-таки уничтожил, и Тимбер просто сломал эту бедную ЦМочку. Здесь Темплак готовится, точнее не готовится, а скрылась в себе. Прожимает инвиз. И уходят. Пятеро из команды Орехи пойдут на размен товарами. Не хотят давать преимущество по голде. Shadow Blade появляется у Дума. Дум 20 секунд скоро будет. Чтобы готовы или нет. Темплак, скоро закончится инвиз. Готовы. Стан. Бедный Кент опять умирает. Здесь размен на Рубика. Темплар забирает. Дазл еле-еле выживает. Крест очень хороший. Ульту и пак. Что у нас дальше происходит? Рубик у нас погибает. Пак разрушает у нас башню. Здесь у нас... Ой-ой-ой, по двоим как арба хорошо залетает. Минус Дум. И Темплар уходит во свояси. Можно ее принять как-нибудь. Ну, опять я говорю, сентрей нету. И Темплар просто на развороте. Хоть и минус армор, кстати, очень сильный по ней попадает, но убегает. 10-6 на счет, 15-я минута. Здесь у нас курьер Виталити, не, Point Booster забирает. А Темплак забрала руну ДД. Вот это будет очень плохо для команды противника. Потому что будет очень больно. Кентавр, к сожалению, очень сильно в этой игре отдается. Ну, понимаю, это танк. Ему дать ульту, главное. Стан хороший, и можно за командой противника сделать все, что можно. Ультует Кент. Ну, все-таки спасает. Спасает как угодно этого бедного Тиммера. Опять он под Думом. Принимает на себя Дум, но убегает. Рубик, по-моему, не успел стащить этот скилл. Но мог. Мог он это попробовать. ЦМ-ка 6-й левел имеет, но не вкачивает ульту. На миду можно попробовать поймать Темпларку. Темпларка готовится буквально 20 секунд, и у него будет блиндаггер. А команда SL готовится забрать тавер. Ну что, ТП у нас, я как понял, нету. Ни у кого нет ТП, нечем дефать, и просто отдает этот тавер. Не, хотя Тимбер пришел, я не заметил. И немного поддефал. Что, ой, бедная Темпларка, ее можно принять. Опять нету сентри, опять нет. Нет, дасты есть наконец-то в этот замес. И что, ловит, поднимает. И нет, все равно убегает. Убегает Темпларка, уже 2-300 день. Не покупает, наверное, себе блиндаггер. Виномастер здесь очень хорошо. Ой-ой-ой, как он здесь фармится. Ой, жадина, не дает, не дает. Не дает команде своей пофармиться, чуть-чуть получить опыта. Темплак снова у нас смогла убежать. Ну, Рубик тут почти мало что мог сделать. Ну что, по таврам. Всего лишь по одному тавру разменяли. Счет 10-6, 17 минута. Дум у нас имеет Shadow Blade. Остальные команды. Кристалка, но пока что нету ничего такого сверхколоссального итема. Темпларка, ну, говорю, блиндаггер не покупает. Возможно, это будет что-нибудь другое, что... Будет ли врыв? Нет? Нет, пак тут один. Я думал, остальные команды. Здесь у нас есть хастап. Рубик будет ли ее забирать или ловить Темпларку вместе? Нет, нет, нет. Веномансер. Что он творит? Он просто в одиночку, в соло фармится на этих энджетов. Вот он, кстати, и блиндаггер. Жадина. Ну ладно, видно, мы решили ему отдать этот стак. Ну, мне кажется, все-таки и... Там он думал, было бы это более нужнее, я считаю, ну. Ну, решили виномансер, значит, пускай виномансер. Мы не будем спорить. Ну что, попробует ли Дума забрать? Или нет? В принципе, вейв включается, Дума убегает, Shadow Blade не прожимает. На развороте вместе с Темпларкой, возможно, будет обратный замес. Здесь еще подбегает и Crystal Maiden под смоками. Дум не прожимает еще свой Дум. Дум прожимает Дум. Хм, интересно. Ну что, влетая здесь
Тимбер, можно, он на развороте дом прижимается, здесь ЦМ-ка поднимает Рубик, и, о боже мой, что здесь творится, ЦМ-ка у нас здесь умирает у нас и Рубик, где-то на развороте приходит сюда Веник, Веник ультует, Дазл погибает, чуть-чуть засейвил здесь, ой, нет, Дазл выживает, он делает эп-аут, Рубик делает дабл-килл, забирает Дума, Веномастер у нас забрал где-то Дазла, здесь у нас умирает еще и Темплар Ассасин, ну и что, 4-1, нет, 4-2. Все-таки у нас Дазл, кстати, погибает. От Веника, да? От Веника, да, он умирает. Все-таки много получает урона от яда. А у кентавра тем временем появляется Блендагер. Это очень хорошо. Господа, извиняюсь, надо отойти, рассмотрите доту, включу, наверное, со стороны основных, наверное, мидеров, или вот здесь. Ладно, давайте быстренько посмотрим этот замес. Очень хороший здесь, о боже мой, что здесь творится, Рубик погибает, здесь и умирает у нас кентавр, под ульту попадает только Дум, Дум здесь у нас тоже отъезжает, к сожалению, и что, Веномансер под станом, Тимбер влетает, ой, бедная ЦМ-очка, остается буквально несколько хп, здесь у нас что, Пак разъедает эту бедную ЦМ-очку и забирает еще и Веномансера. Боже мой, что здесь делает? Темпларка пытается как-нибудь выжить, есть Блендагер. Перезарядка. В общем, дамы и господа, придется вас чуть-чуть, наверное, оставить на минутку. Извиняюсь, пожалуйста, что я так творю. Оставлю, наверное, на основном вижен керри команды. Увидимся буквально через пару минутик. Извините, пожалуйста. Radiant's bottom tower is being attacked. I know it's not a plate of nachos or anything, but it is important to the game. Dire's middle tower is under siege. Dire's middle tower is under attack. Radiant's top tower is being attacked. Radiant's top tower has fallen. Roshan has fallen to the Radiant. Dire's bottom tower is
Dire's bottom tower is under attack. Is this part of an elaborate trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for it. I was under order. Cold hand in mine. Dire's bottom tower is under siege. Radiant's middle tower is under siege. Stay near! Radiant's middle tower is being attacked. Radiant's middle tower has fallen. Dominating. Mega kill. Double kill. Radiant's middle tower is under siege. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has been destroyed. Извиняюсь за длительное расставание с вами, дамы и господа. Надеюсь, такого больше не произойдет. Не видел я, наверное, замечательный замес в это время. Погибли у нас много людей. Наверное. Был потерян, кстати, Рошан. У кого сейчас Аига, мне уже самому интересно, где Аяна. А, наверное, команда Рихи это сделали. Вряд ли. Пока, вряд ли. Пропадает Аегис у нас. Ну да, у кого же еще может быть? У Кинга. Это Аегис. И что, по общей ценности у нас что? Кинг. 14 тысяч, почти в 3 тысячи опережает оппонента. Думаю, что дублей скоро будет. БКБ. Кентаврас. Кентавр. Кентавр у нас тоже, по-моему, да, имеет блинку. Скоро будет пайпа. От команды Рихи. Кинг имеет Майлсторм. Читера у нас на миду. Рубик скоро будет. Ну, Мека. Мека появляется у Дазла тем временем, кстати. Булстоун есть у Тимберсо. У Пака есть... О, боже мой, Хекса. Хекс это уже сильно. А вот это еще сильнее будет, наверное. Ну что, Ульту и Дазл будут настроены серьезно. Забирает этот тавр. Но тут только, кстати, темпларка. Но она, наверное, убежит. Но тут, кстати, есть дизолятор. Она может в соло тоже спокойно здесь забирать тавр. Ну, размен на тавра. Мид на топ. Мид на топ. Тп-аута делает двое из команды. Ловить ее уже бессмысленно. Можно просто пофармиться. Можно будет пофармиться. И что у нас? Пока что... Да, 27-я минута. Счет 22-10. Статистика. 4000 по голде лидирует команда Орехи. И по опыту они уже в более 10 тысяч. Ну, почти уже 12. Небольшой скачок у нас произошел. Ну, в общем, давайте смотреть. В лесу. Рубик готовится. Есть инвиз. Будет ли врываться? Один. БКБ есть у Дума. Это уже сильнее. Выживаемость. Знаю, что здесь стоит вард. Аигис на скоро попадает. Не докрутилась. Не докрутилась у нас здесь штуковина. И Тимберсо делает у нас небольшую паузу. Опять у нас телефон. Извиняется команда. Ну, подождем. Есть время. Все извиняются как могут.
Ну и за телефона нам не стоит тут переживать. Indian Call Center. Ладно, я не понял шутку юмора. И снова телефон. Снова телефон, извиняются. Темплака возобновляет игру. Ну, темплака извиняется, ничего страшного тогда. Ну, бывает, что клавиши находятся близко. Ну, теперь команда SL не могут начать игру. Ну, вроде попросили минуту. И что у меня? Неужели проблем? Не-не-не, я думал, опять у меня стрим упал, но, видимо, нет. В общем, давайте посмотрим быстренько по инвентарю, что у нас имеется. Рубик, только арканы. Рейд Кинг у нас имеет Мильёнир, Блейд Мейл, Мидас и Аегис. Ну, Аегис скоро у нас попадет. Там буквально несколько секунд, по-моему, оставалось. Пак, Хекса, Блиндагер, Тимберсо, Блудстоун и Boots of Travel. Ну, а Кемпера есть механизм в команде SL. Дезолятор, Блиндагер имеет темплака. Кристалка еще пока не особо сильна. Ну, это саппорт, это понятно. Виномансер тоже меку имеет. Кентавр имеет Блиндагер. Скоро будет Пайпа. И Дум. Дум идет на Керасу. Это будет у нас Кераса. Пропадает через 30 секунд у нас Аигис. Здесь у нас можно попробовать было забрать Дума, но нет. Нет, потратили здесь ульту. Но Кентавр Сол, кстати, здесь забрал Тавр. Кинг очень далеко здесь заходит. Ему остается буквально несколько секунд до конца этого Аегиса. Вот он, 5 секунд. Просто фармятся друг от друга очень близко и не увиделись. Кингу очень повезло. В общем, один тавер у нас остался на миду. И два тавера у нас держит команда Орехи. 29-я минута. Рошан у нас как минимум 2 минуты. Орехи идут до конца. Будут сносить тавер на миду. Здесь. Ой-ой, Тимбер, ты далеко зашел. Будет ли врыв? Стан. Хорошо. Немного режет его. Под дизолем ему ловит. Ультует Кент. И это минус. Кент. Этот минус делает Кентавр. Убивая Тимберсо. Ну что? Зато забрали они здесь Тавр. Снова идут дальше. Двое из команды, нет, уже трое, находятся на своей базе команды SL. Уже все. Все, кто мог, уже находятся. И параллельно, кстати, еще здесь у нас собирает Кентавр Некрономиконы. Ну, не знаю, ладно, удобно, видимо, было бы его собрать. Так, ульта у нас готова, в третьего левела. Ну что, готово. Идут до конца. Нет ульты, что для врыва, 30 секунд. Кентавр должен сам врываться и делать стан. Он пока этого не делал, понимает, что еще у него минус армор. Не рискует каждая команда, понимает, что любой замес может быть последним. Ну что, готов? Ой, что это было? Ошибка делает Кент. И можно эту ошибку было исправить как-нибудь. Дум попадается по паку. Пак есть у нас еще живой, еле-еле. Ну нет, умирает здесь пак. Еле живые здесь команда SL. Пытается поймать здесь кристалку. Кристалка здесь просто распиливает пополам. Теплака делает здесь байбек. Здесь Кинг у нас после ульты возрождается. Ну и потеряли здесь еще и Рубика где-то. Я даже не заметил, когда. Здесь у нас на отходе Кемпер делает у нас тэп-аут. На развороте пытается поймать Кинга. У Кинга уже нету ни Аигиса, нет ульты. 40 секунд до конца него. Но нет, его забирают. Ультует Кент. Будет ли врыв снова? Нет. Далеко уходит у нас Тимберсо. И прыгать на него уже было бессмысленно. Потеряли только Тавр. Ну, замес не такой колоссальный получился, мне кажется. Смогли, отдефали как смогли. Ну вот, к сожалению, ошибку вначале поступила от Кентавра. Я не знаю, куда он... Он просто вот тут был вард. Виномансер. И здесь он почему-то застанил, когда все были вот здесь. Некрономикона. Вторые. У Дума появляется. Уже две у нас книжки эти есть. И у Кентавра. Не знаю, будет ли это пайпа. Я даже не знаю.
когда у нас появится. King приобретает БКБ. И King у нас уже по сравнению с Думом уже наравне. Рошан у нас появится через минуту в дополнительном времени. Скоро снова битва на Рошане произойдет. Ну и команда Орехи. Команда Орехи, что вы предпримете? Ой, Шива появляется у Тимбера и Блиндагер у Рубика. И с подсмоками готовится. Будет еще один ганг. Буду чекать лес. Рошан 28 секунд. Нет, они пойдут, конечно же, в лес. Надо искать противника. Если они, конечно, убьют этого противника, они, конечно же, и пойдут за этим Рошаном. Ну, вижена у них нету, поэтому стоит ли туда идти или нет. Посчитали, стоит. Нет, они идут через мид, и через мид они попадут в лес. Там у нас есть Кентавр, у него есть ульта. Если он вовремя прожмет, даже Блиндайер, может быть, и убежит. Пак отправляет вперед, надо его ловить. Ну, Кентавр уже вот в этот момент ушел, и третий Некрономикон приобретает у нас Дум. На топе у нас Темпларка. Ну, рискует. Ой-ой-ой, это я момент упустил. Дазл здесь забрал кристалл. Кристалка здесь отдалась очень быстро. Ну, на пятерых нарваться, это, конечно же, очень было тяжело выжить после такого замеса. Темпларка идет дальше, идет дальше. ТП. Есть у нас здесь ТП? Есть. Один, два. Один только у нас. Нет, два ТП у нас имеется. Ну, понимает, что надо что-то делать. Здесь у нас Темпларка делает байбек. ТП аут. Готовы. Идут до конца. Минус одна часть Некрономикона. Тимбер ее получает. И боятся врываться. И нечем. Стан только по Кингу. Готовы. Кемпер еще здесь может отъехать. Минус Дазл. Покультует. И начинает Кинг разъедать как может. Минус Темплар. 90 секунд мы ее теперь не увидим. Дум под БКБ. Сносит Пака. ТП делает, байбек делает у нас Кентавр, идет на развороте. Тимбер. Тимбер у нас отходит очень быстро. Кинг. Ульта готова, кстати, можно и попробовать. Но что будет, что будет? Блейдмейл стан попадает, минус Кинг. У Кинга, наверное, маны не было, к сожалению. Рубик. Где у нас Рубик? Я не знаю. Рубик, наверное, убежал. Не, Рубик готовится принять, помочь как-нибудь Тимберу. Тимбер здесь очень сильно мансует. Шиву, ну прожми-то Шиву, чтобы это, хоть чуть-чуть их замедлить. Не успевает Кент сделать. Здесь Эйндж. И, ну все, Рубик уже... Рубик отходит здесь, не успевая здесь Темпларк. Не Темпларк, а Кристалка. Как-нибудь поймать здесь Тимбер. Ну, Тимбер делает грамотный тэп-аут. Успел. И он выжил. 28-17 по статистике. Ну, скачок пока что в 3000 больше у Орехов. И вот он, кстати, грамотный большой скачок. Уже в чуть... Менее 6000 лидируют все равно Орехи. Еще вот таких пару замесов со стороны SL-ов, и они могут еще показать, на что они способны-то. 13 зарядов Булстоуна у нас имеет Тимбер. Ну что, по Блейдмейл. Блейдмейл есть-то, это мы уже были. Кемпер у нас идет, наверное, на Аганим. Будет очень-очень эффективно. Тимбер. Тимбер, ну только Шива имеет, а Хекс имеет у нас Пака. Ну пока что грандиозных ритмов, наверное, не будет. Все будут грамотно использовать байбеки. Так, потерялся. Вот так. Ну что, подумали, что они, возможно, на Рошане. Кстати, у Дазла такой-то рейндж, оказывается, у Вейва. Я даже не знал. Мне казалось, он вблизи действует. Ну, рейндж я знал, что большой, а вот дальность применения этого скилла... И живи, век учись. Все равно по миду пытается пройти команда Орехи, пытается закончить. Здесь, кстати, только один тавр. Ну, казарма магов. Только остается... В общем, что они решили? Они, наверное, пойдут на Рошана. Сначала надо раздевардить все. Понимают, что варды тут точно будут стоять. Видит здесь интриак. И пойдут на Рошана. А быстро они его уничтожат? В принципе, возможно, и быстро. Вейв прожимается дазлом.
идут до конца. Не идет команда SL дефать этого Рошана. Просто отдают его. Это уже, по-моему, нет, это только второй Рошан. Ну и с этим Аегисом за 6 минут можно что-нибудь и прилично сделать. Например, пойдут по боту. Есть тут крипы и довольно-таки много. Пак забирает это. Пак забирает. Ну, у Кинга, наверное. Ну да, у Кинга, в принципе, много денег, но можно было, точнее, итемов. Но можно было, конечно, продать и Мидас. Как я говорю, по боту идут, будут сносить нижнюю часть. Темпларка в одиночку, в соло, идет сама забирать топ. Но делает ТП. Вейв прожимается. Идут. Пошли. Начинает потихоньку грызть этот тавр. Никто не готов. Кентавр будет ли наступать? Идет. Готов. Не-не-не-не. К сожалению, блинка еще будет 3 секунды действия. Дум попадается по тиммеру. Пак влетает. Ультует. Ой, бедная кристалка начинает Новый год делать. И что у нас здесь творится? Пока что никто не умирает. Не, наконец-то Пак у нас теряет Аиги. Здесь параллельно еще с ним Рубик. Дазл, бедный Дазл. Просто куски большие отрываются. Здесь Темпларка. Здесь разъели эту Темпларку. И у Кентавра появляется вторые Некрономиконы. Под Блейдмейлом здесь Шэдоблейдом ходит у нас Дум. Дум сделал все, что мог. Тимбера, к сожалению, уже не спасти. Ой-ой-ой, бедный Кент. Но у него есть еще ульта. И что, готово, готово здесь. Ой-ой-ой, Тимбер что делал? Тимбер здесь забирает Виномансера. Здесь готово, можно и Рубика еще принять. Хиксую здесь Кентавра. Кентавр у нас здесь уже не уйдет. Нет, у Кентавра успел здесь забрать. Тимберсо забрал у нас Кентавра. А Кентавр убил Тимберсо. Видно, распилил Некрономикона. Ну что, в 4, наверное, 3. Или в 4-4 все-таки разменялись команды. Кристалка вроде бы у нас тоже погибала после ульты. Ну, не припомню, если честно. Ну, сдефили. Сдефили этот тавр. Погрызли чуть более 600 хп от него. И был минус Аегис. Так что замес выиграли эсэлы. Дума Кинг идут почти наравне, параллельно с ними Тиммер. И догоняет потихоньку Темплар Ассасин. Вот такие у нас сильные команды появились. 39-я минута, пытается что-то сделать. Пытается раздевардить нижнюю руну. Ой, Рубик ловит. Забирает что? Это не заморозка. Это кристалл Нова. Ну, нечем ловить, к сожалению, больше. Можно было попробовать, если бы Дазл успел. Но не получилось. Третий Некрономикона покупается Кентавром. Теперь у нас есть две полные книжки. Саппорт уже, наверное. Нет, кстати, и у Веника есть Некрономикона. Кристалка не пойдет в эти Некрономиконы. Они крачи. А Темпларка... Ну, Темпларка, видимо, на что-то еще более пойдет. Полторы имеет. Кираса появляется у Тимбера. Вот такой у нас живучий сегодня Тимбер. Вроде бы имеет хорошие итемы, но сильнее все равно Кинг. Кинг уже, кстати, и Дизолятор приобрел себе. Продает свой Мидас. Кстати, еще не прожаты были барабаны в этом замесе. Но сейчас мы, наверное, это увидим. Идут команды. Темплака должна сделать здесь ТП. Извиняюсь. Я думаю, вам было бы неприятно услышать чих в микрофон. Ну что, команда Рихи. Пока боятся заходить без крипов. Все в сборе. Кентавр готов врываться со своим станом, включать Некрономиконы. Но что? Идут. Кентавр. Блинка... Нет, блинка нету. Ну, не будет ли блинковаться или нет? В общем, БКМ поживается Кингом. Ловит здесь в Хексу. Здесь поймали Дума. Дум минус отъезжает в Новый год от ЦМК. ЦМК 2000 буквально. Кинг разъедает. Минус здесь еще и Дазл. Дазл просто здесь убивается. Кинг. Кинг начинает здесь что-то делать. Здесь замеси. Кентавр прожал ульту. Тимбера здесь под домом ловит. И Тимбер... Ну, остается буквально пару тычек. Ну, нет, нет, нет. Все-таки умирает здесь. А Кентавр здесь тоже погибает как-то. Погиб. Но все равно замес опять сейчас победили эсэлы.
И еще Кинга могли бы забрать, но Кинг выжил. Ну, сторону, кстати, потеряли одно. Виномасия покупает уже вторые некрономиконы. У Дазла появляется урна. Команде Исселли надо срочно пушить. Пока что почти основной силы... Ну, в основной силы я имею в виду только пока антимерсо. Ну, конечно, и саппорты тоже нужны. Куда же без них? Без них ни один замес никогда не будет. Но все-таки, скажете, под Дазлом... Под Дазловским вейвом драться невозможно? Конечно, возможно. Только своим. Чужим будет тяжелее. Фух. Жаркие игры у нас происходят. Подходит к концу 42-я минута. Рошан у нас появится через менее... Ну, тут чуть более 3 минут. Руна хасты появляется на топе. Ее заберу здесь Кинг. Ждут пака, и будет новый замес. Новый замес. А предыдущий замес, уже можно посмотреть таблицу. Ну, скачкообразно здесь идет в пределах 4-3 тысяч, но впереди пока орехи. Но по опыту тоже наравне почти, но уже ближе до 4 тысяч догоняет SL-ы. Но я говорю, пару таких замесов выиграть и как-нибудь отдефать здесь мид, чтобы сравняться по сторонам. Может, это будет и удачно. Дума. Дум у нас имеет уже Дум. Виномастер тоже. Ну, в принципе, ульта у всех готова. Ни у кого не в откате. Снова. Третий раз. Идут по боту. На этот раз тавр побит чуть побольше. Но на этот раз этот тавр вроде бы будет уничтожен. Ну, как его сейчас реализует команда, мы посмотрим. Ну что, готовы. На этот раз кентавр должен врываться. Стан должен быть. Ну что, будет врываться? Нет. Снова рядом подходит. Не-не-не-не, что он не хочет рываться. Можно здесь попробовать Кинга поймать. Кинга здесь ловит. БКБ не прижимается, не рискует. Не развили его, можно так сказать. Да еще под этими вардами очень тяжело биться команде. Но это минус тавр. Что и было предсказано. Дазл готовится на новый вейв. Отрегенились, восстановили здесь свою ману. Идут дальше. Темпларке нужно срочно пофармиться, мне кажется. Просто прийти и распушить этот лайн. Но понимает, что оставить своих команду не может. Кен ультует. Боже мой, просто это был защитный. Это Дум попадается под Тиммера. И что, влетает Темпларка. Темпларка БКБ прожимается здесь. Под Блейдменом бьется Кинг. И что у нас здесь творится? Что у нас здесь творится? Пытается, стан попадается под паком. Пака можно здесь забрать. Стан попадает по кентавру. Пак, сало. Не успевает ничего сделать. Пытается убежать. Минус Темпларка. Ульта от Новый год. От Кристалка. Умирает здесь еще и Кент от Тимбера. Байбек сделал у нас только что Темпларка. Здесь можно Думу принять. Минус Дум. Тимбер еле-еле живой. Темпларка на развороте пытается тоже что-то сделать. Ну, буквально еле-еле. Изи ХП. Здесь у нас были команды, и это минус сторона. Нету никого из команды. 100 секунд здесь не будет. Темпларки, и это GG. 45 минут длилась игра. Вот эта игра. Дефали как могли команды SL. Но, к сожалению, чуть-чуть им не повезло. Совсем чуть-чуть. Поздравляем команды Орехи. Побеждают они в этом матче. Желаем им дальше успехов. И SL тоже желаем. Куда же без этого. Ну а мы с вами, может быть, скоро и увидимся. До встречи, спасибо, что смотрели меня. Пока.